Здесь вот стекает. Здесь уже практически не капает. Вот здесь и начнем, пожалуй, убирать все это дело. И начнем с того, что откинем воду сначала. Ну и здесь уже тоже перестала, можно таки сказать, идти вода. И поэтому сейчас будем демонтировать эту поврежденную раковину. Для начала нам надо будет открутить защиту. Для подстраховки поставим заглушки и здесь на воду. Вместе с резинками.